Я прям здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы, я так подозреваю, продолжаем проходить Final Fantasy 4, версия PSP, и, в общем-то, удалось мне разобраться с моментом с драконом, нужно было просто чуть-чуть поковыряться в эмуляторе, и, в общем-то, по идее, там ничего не вылетает, значит, возможно, мы избавили себя от каких-то будущих проблем, но в любом случае... Честно скажу, вот думала-думала, надумала, что, возможно, имеет смысл действительно пройти именно эту версию, потому что она действительно симпатичнее, с переводом. Ну, конечно, есть некоторые проблемы, но я не думаю, что они нам помешают понять сюжет. В крайнем случае, если я где-то сильно буду залипать, а я просто чисто по памяти вам перескажу, что нам надо сделать, как бы, либо подготовлюсь как-то морально перед началом серии и вспомню, что там надо сделать, и вам буду докладывать. Ну и к тому же это, наверное, хорошая практика будет для меня, и, в общем-то, глядишь, попрактикуемся на Final Fantasy 4, и у нас когда-нибудь появятся еще какие-нибудь игры на английском, где мы будем уже работать лучше, точнее, я буду работать лучше. И так вот, слово за слово, мы возьмем и выучим с вами английский. И, в общем-то, у нас начнут появляться игры на английском, потому что это моя, знаете, голубая мечта просто. Потому что, ну, как-то, ну, английский надо его знать хотя бы немного. В общем, не суть важно. Захотелось мне все-таки пройти версию для PSP. Хотя у меня есть такое подозрение, что в какой-то момент, где-нибудь на 70% прохождения, игра залагает, будет какой-нибудь мегабаг, и нам придется все начинать сначала, непосредственно уже в оригинальный Final Fantasy 4. Но будем надеяться, что такого дерьма не будет. В общем, ладно, продолжаем. О, я вижу. Я вижу тебя. На самом деле есть смысл побродить, походить, что тут есть у нас. Тара-та-тара-тара. Спокойно. Ладно. Пойдемте. Какая деревенька. Кайпо. Чё? Чё это было? Блин. Короче, он сказал, что должен найти где-то место, где можно положить девочку отдохнуть. Добро пожаловать. О, она выглядит очень бледной. А с ней все в порядке? Скорее, кладите ее в кровать. Она может отдохнуть здесь бесплатно, в общем. Спасибо вам. Так, у нас что-то какие-то эти самые. Надо бы синхроняшу включить, да? Вертикальную. Давайте по-быстренькому. Я извиняюсь. Все. Ничего не было. Эй, как ты, в порядке? Мое имя Сесил, а как твое? Извини насчет твоей матери. Я понимаю, пойму, если ты не сможешь меня простить. А, может, ты хотя бы позволишь мне защищать тебя? Грустневенькая музончик такая. Так, что, какого хрена? Ага, кто бы сомневался-то. Нашли, гады. Сесил, наконец-то мы нашли тебя. Генерал, блин. Подождите. Я, чтобы выполнить королевский приказ, все суммонеры из Миста должны быть, в общем-то, уничтожены. Ну-ка, давай-ка сюда эту девчонку. Ну, или схватить девчонку, короче. Никогда. Тогда ты сдохнешь. Вообще. Кто еще сдохнет тот? Я грёбаный темный рыцарь, пошли все к черту. Сдохну я тут, ага. Смело просто, как ветром. Свидание. И что тут? Объявились, понимаешь? И ты туда же иди. Он что, сам сдох, что ли? Из леса бежал, я не поняла. Я на как раз в этот момент нажала ускоряшу. Ну ладно. Левелапчик. Ты в порядке? Да, не волнуйся обо мне. Я никому не позволю тебе навредить. Обещаешь? Я обещаю. Я Ридия. Ридия? Призыватель Ридия присоединилась к партии. Замечательно. Гутен так, Морган.
All set. Я знаю, что Guten Morgen — это доброе утро. Я все правильно сказала. Так, отдохнуть. Не, спасибо, за 50 ты же мне говорил, бесплатно можно. Видимо, уже... Что такое, что-то встало? А, здесь стенка, господи, я ее не заметила. Я уже испугалась. Сейчас па би 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 Так, не очень понимаю. Незнакомые слова. Я путешествующий школяр. Ну, видимо, ученый какой-то, да? Я собираюсь двинуться в Фабул. Что лежит на востоке от Дамкена. Дамсиана? Дамкен, пускай будет. Дамкена, чтобы, в общем-то, сделать небольшое исследование. Ну, какой-то старый пердун, в общем-то, в подземных водных путях, ну, короче, в подземных пещерах водных, гроте, в короче, в гроте, не позволяет мне пройти. Угу. Я хочу двинуться... Это кто такое? Короче, Антлионсден, пускай будет так. Что на востоке от Дамкена, потому что там жирный лут лежит. Так, надо запомнить. Жалко, что, в общем-то, эти роялисты, королевские ублюдки, то, что додвинулись. Я так понимаю. Ой, ну здравствуйте. Мы не очень часто, в общем-то, здесь видим посетителей из-за всех этих монстров, бродящих вокруг. Ну, дай бог. Чтобы мы не были не последними. Так, здесь ничего не откроется. Такая дверка какая-то подозрительная. Здрасте. Я не могу поверить, что она сбежала. Она и ее отец, Саш Телла, были очень близки. Ой. А что продаешь? Паучины. Феникс Даун. Ни одного феникса. Целудивы, антидотик. Вообще у нас антидота как бы ни одного. Я не думаю, что он нам пригодится в ближайшее время, но хотя бы два надо. Гисалькская трава для чокобиков. Этих два майданки. Да ладно, у нас же была вроде одна. Или меня глючит? Ну ладно, я не думаю, что нам пригодится вот прямо сейчас. Зелье возьмем. Пускай будет. Феникс Даун, хотя бы один. Мало ли чё. Чё такое Petrify? Чтоб я знала. Чё-то жирно, 400 рублей стоит. 400 гил. Ну, это всё понятно, это жаба. Это слепота. Антидоты, тра-та-та. Аж в рифму. Так, а здесь нет какого-нибудь секретного прохода? Женщина, может, здесь дриснешь? Спасибо. А если ты собираешься путешествовать с этой маленькой девочкой, я рекомендую тебе передвинуть ее на задний ряд. Кстати, да. Спасибо, что напомнили, потому что я уже забыла об этом маленьком нюансе. Статус не туда. Ридия, сдрисни вот сюда, пожалуйста. Здесь очень интересно, если в предыдущих Final Fantasy можно было любого персонажа на задний ряд сдвинуть, то здесь как бы вот первая строка — это передний ряд, вторая строка — задний ряд, третья строка — передний ряд, четвертая строка — задний ряд. То есть это так чередуется. И, кстати, у нас это единственная финалка, где одновременно могут быть в бою 5 персонажей. Я прошу заметить это. Ну, по крайней мере, я не помню ни одной другой финалки, где бы такое тоже было. Замок на севере — это Дамкьянский замок, которым, в общем-то... Чё? Ну, короче, в центре пустыни он стоит, и все. Я слышал, что принц Дамкьяна имеет очень особенно, ну, деликатную красоту, особенную красоту, и, в общем-то, довольно... Экскьюсайт, ну... Милый, веселый, высокий, ну что-то такое, да, голос.
Нет, еще по памяти. Excuse that, я бы не перевела, если бы я не знала этого персонажа, честно. А, мы нашли девочку. Девушку из барона, лежащую без сознания прямо за воротами города. Ну, скажем так. Бедняжка подхватила, в общем-то, ну, слегла с пустынной лихорадкой. Она только продолжала повторять имя Сесил снова и снова. Так, секундочку. Роза, твою мать. Роза. Сесил. Сесил, будь осторожен. Так, не поняла. А, чтобы излечить песчаную лихорадку, ну или пустынную лихорадку, тебе нужно добыть редкое... Тебе нужна редкая драгоценность под названием песчаная жемчужина, которую ты можешь найти только в пещере. А, что... Антлион Двелс. Вот это что такое? Ну, короче, в пещере. Которая вот там-то и там-то. Понятно. Нам нужно в пещеру. Бежим. Женщина, может, ты что подскажешь? Понятно, все то же самое. Вот эта музыка, вот эта. Вот это вот. Тема любви называется. Theme of Love. Так называется. Так, это мы знаем, спасибо. Еще одна танцорша ненормальная. Я хочу двинуться в Дамкиан, чтобы стать танцором. Но этот, в общем-то, грот, как мы его назвали, кишит монстрами. Я буду практиковаться в таком случае. Посмотри-ка на эти движения. Еще одна полоумная. Тут горячий, блин. Нога такая одна. Всю рыбу распугала, блин, ненормальная. Слушайте, а я вот не знаю, это, вот эти бабищи, их надо искать? Просто у нас тут как бы немножечко классы присутствуют, но, конечно, не так, как, например, Final Fantasy 3, Final Fantasy 5 и Final Fantasy 13, то есть здесь не надо прокачивать классы, но здесь изначально персонажи имеют тот или иной класс, поэтому, не знаю, может, кому-то пригодится. Короче, грот лежит на северо-востоке, но там опасно. Там был, короче, сайтингс. Не пойму сейчас это слово. Вроде знакомое, что-то, но никак не могу вспомнить. Короче, там был замечен Eight Water. Короче, восьминогое что-то там было замечено. Ну, пускай будет так. Суть вы поняли. Она была полностью влюблена вообще в кого-то. Пусть она и покинула Кайпа. Но она покинула Кайпа, потому что... Нет, но она покинула Кайпа, потому что Сэдштелла, то есть ее папаша, не одобрил все это. Печалька, чё. Ну, хоть и юные умы. Так. Извиняюсь, я просто уставшая немножко. Так. This is Kaipa, та-та-та. Короче, это Кайпа. Дезертский оазис. Вот. Это вся я. В этом вся я. В общем, пустынный оазис Дамкьяна. Спасибо, мы поняли. Я не буду пока что никакое оружие покупать, потому что... То есть, пока я тестила свои возможности переводчика, я зашла чуть-чуть подальше, и я в курсе, что нам там дадут оружие. Точнее, мы его найдем. Все еще постараемся. Так, я слышал какой-то Дамсел, что-то знакомое. Короче, какая-то важная шишка из барона прошел мимо. Направился в сторону города, да? Что-то такое. А, дамочка. Короче, я слышал, какая-то дамочка из барона... Короче, вот попала в город, в общем. Она говорила о ком-то...
Она, не, она была взята кем-то из, в общем-то, дома с края там. Ну, мы там уже были, это была Роза, мы уже поняли. Так, ладно. Я предлагаю сохраниться. Сейф. Видите, я вот сохраняюсь на двенашку. Сейчас мы зайдем. Спасибо. Вот, смотрите. А, нет, слушайте, сохраняется нормально. А, вот как оно делается. Вон оно чё. А я смотрю каждый раз на первой строчке, думаю, какого ха? А тут вон и чё. Всё хитрожопо. Кстати, у нас есть что-нибудь? Нифигашечки у нас нет, но, впрочем, откуда? Мы же не подбирали ничего. Что мне нравится в этой части Final Fantasy? Вот что мне точно не нравится, это наличие такого количества гребаных боев. Что мне нравится здесь, для того, чтобы прокачать персонажей, нужно просто... Вот, видите, Близзард выучен. То есть мы получаем какой-то уровень, мы тут же выучиваем какое-то заклинание, ну, там, на каком-то уровне определенном. То есть, например, лечение там третьего уровня мы выучим на 50-м уровне. Ну, то есть вот такого вот плана прокачка здесь. И это очень удобно. Не нужно бегать по деревням, искать... По деревням, точнее, искать... Я видела там пещеру, не беспокойтесь, я просто хочу прокачаться, пока говорю. Не нужно искать, в общем-то, никаких магазинов, где можно купить магию, ничего такого. То есть, по факту, просто качаешься и все. Ушел куда-то в лес и сиди там до посинения. Ой, со спины, вот плохо. Если мне сейчас резю зашатает, это будет... Спасибо. Не зря купила, да? Она валяется все еще, да? А мы сейчас сделаем по-умному. Зайдем сюда. Не хочу Феникс даун тратить. То есть падение Феникса. А, свали с дороги. Что-то как-то не повезло из-за того, что со спины на нас напали. Да, давай. На зелье я просто потрачу тупо. Спокойной ночи. Прикольно. Готово все. Пошли на выход. Опять эта стенка дурацкая. Тара-тара-тара. Мне вот эти пальмочки так нравятся. Небогушечка. Так, а сохраняшечку быстрее сделаем. Так, у нас тут все хорошо. У нас все хорошо. Тик. Вот я помню, просто вспоминая, опять же, Final Fantasy, например, ну, три, да, допустим, взять. А, вот, видите, мы опять какую-то магию изучили. Господи. Брать Final Fantasy 3, там были эти классы. С одной стороны, это, конечно, весело все. Но, господи, какой это был геморрой. Вот, мы еще что-то выучили вообще. Это был такой страшный геморрой. Это, то есть, один класс обладает какими-то определенными способностями. Если вы хотите, чтобы у вашего... О, антидотик. У вашего персонажа была магия, там, лечения, качайте ему класс мага. То есть, надевайте на него парик, шляпа, точнее, мага белого, и он будет у вас бегать в качестве белого мага. То есть, все остальные навыки ему будут недоступны. Потом, когда вы прокачаете своего белого мага там до какого-то уровня и получите, например, возможность использовать белую магию, ну, то есть, да, вы сможете, в общем-то, пересесть на другого персонажа, ой, на другой класс, например, там на класс какого-нибудь воина, и присобачить ему в способности белую магию. Но если вы не прокачаете класс белого мага до самого-самого конца, самую крутую белую магию вы использовать все равно не сможете, поэтому вам придется качать класс белого мага до самого-самого упора, желательно. Вот. Ну, или почти до самого упора, там до какого... Там до предпоследнего уровня, по-моему, я качала, когда играла. Хотя нет, кстати, я сейчас путаю. Я сейчас про... Все, забыли цифру 3, я говорила про пятую сейчас. Я почему-то сказала, что третья, но в уме я говорила про пятую. Бывает. Вот. Вот там нужно было до предпоследнего качать уровень использования белой магии, после чего я уже могла ставить эту белую магию другому классу, который я представляла, чтобы прокачать его. Так, например, у меня сперва один персонаж был красным магом, а потом, когда я ему прокачала красную магию, чуть-чуть более-менее нужда в красной магии отпала, пришлось пересаживаться, потому что красный маг не может выучить на максимум... Красный маг, если кто-то не в курсе, он владеет и белой, и черной магией, но он не может их выучить до самого-самого конца. И, кстати, нам пора лечиться. Вот. И, в общем-то,
беда была вся в том, что пришлось потом, грубо говоря, там, считайте, на второй-четвертой игре пересаживаться персонажем на абсолютно другой класс и качать его по новой. Присобачив ему, конечно, какие-то там выученные навыки. Потом, после того, как был прокачан этот класс, нужно было другую магию учить. Пришлось пересаживаться на новый класс. Короче, это боль. Вот, с одной стороны, мне нравится профессия. Это как-то, ну, добавляет какой-то шарм определенный. Но это, боже, это столько боли вообще, на самом деле, приносит. Поэтому... Я не знаю, прям. Вот, кстати говоря, в третий, насколько я помню, вот именно в третий, без оговорки на пятый, там, по-моему, мне классы понравились даже чуть-чуть больше. Может, я ошибаюсь, я не помню. Ну, что-то такое, я помню, было. То ли в третий, то ли в пятый, мне где-то вот из этих двух понравилось чуть-чуть больше, как была реализована вот эта вот прокачка с классами. Но, на самом деле, если бы мне предложили обычную прокачку, то есть по уровням, и по классам я бы выбрала по уровням. Как, например, вот самая идеальная прокачка, на самом деле, Final Fantasy VII. И вот в этой Final Fantasy IV. То есть качайся себе спокойненько, у тебя магия автоматом появляется, когда ты доходишь до того или иного уровня. С одной стороны, не очень удобно, потому что, например, ты хочешь какую-то магию, тебе она вот прямо сейчас позарез нужна. Ты бы согласен был уже любые деньги за нее отдать. А тебе ее не дадут, нет, ты еще недостаточно прокачался. А вот то, что тебе уже больно делают, это как бы уже не считается. Вот. Ну, боже, вот. С другой стороны, если вспоминать прокачку в Final Fantasy VI и сравнивать ее с классами, господи, лучше бы классы. Потому что в FF6... Боже, я даже не хочу говорить об этом. Это такая боль. Это просто... Это словами не описать, на самом деле. Ну, а пока я тут трепалась и прокачивалась, я надеюсь, вам было интересно все это слушать, на самом деле. Потому что я просто убивала время. Потому что я не сообразила перед серией прокачаться. Да. Потому что я идиотка. О, отрава выучена. Мы будем травить, они все умрут. Тентик, отлично. Что у нас со здоровьем? О, кстати, можно вылечиться. А сколько... Так, стоять. Так я хочу. Восстановить хипе. А сколько можно узнать? Не помешал бы. Ну ладно. Здравствуйте, это вы, дядя, который преграждает всем путь? Может это быть... Да, это так, ты темный меч, черный рыцарь. Я нуждаюсь в твоей помощи, в общем-то, поддержке. Что случилось? Я должен был добраться до Дамкена, чтобы вернуть, да, я так понимаю, реклейм мою дочь. Она была, ну, не похищена... Или похищена. Ну, короче, ушла она. Ну, короче, пускай будет похищена. По каким-то полудурочным бардам. Мы должны спешить. Я чувствую дурной знак, ну, дурное предзнаменовение. Омен. Ты должно быть Сад Штелла. Действительно, это я. Та девушка, она же Самонар, да? Замечательно, она тоже сможет помочь. Гигантский монстр булькает в озере там впереди. Этот дьявол, в общем-то, противостоит магии, да? Да. А он у нас маг, как вы понимаете. Я думаю, мы сможем победить его вместе, и тогда я наконец смогу продолжить свой путь. Мы торопимся до Дамкьяна. Ну, тогда нам стоит нам всем стоит поспешить. Пускай будет так. Телла присоединился. Замечательно. Та-та-та. Я не знаю, что это за звук. Я сейчас издала. Я сама в шоке.
так. Мы сейчас побегаем тут немножечко, потому что такие пещерки в Final Fantasy это кладезь. Железный этот наручник? Наручник. А, он у нас уже есть, вот он. А, ты его надела? Ой, ты его автоматом одела. Какая ты умница, Риди. Всегда ты мне нравилась. Так, а внизу что-нибудь есть? Ауш. Я пока что особо магией не пользуюсь. То есть, поначалу, во всех практически Final Fantasy, вот эти все начальные враги, они достаточно слабые. Их можно шатать, то есть, любым доступным оружием. То есть, какое в руках есть, тем и шатаем. То есть ману тратить, знаете, она жрет как бы немало. Мы еще не прокачаны, мана у нас не очень много. Ой, иди ты в сад. Да убейте ты его, господи, уже. Жуть ты такой. Господи. Вот, и поэтому как бы тратить ману... Когда впереди босс, это очень глупо. Мягко говоря. Так, ладненько. Уровень 2. Чуть долго не нападает. Подозрительно. Так, нет, туда мы не попадем. Давайте сперва наверх. Так, надо стик оставить в покое, потому что со стрелочек, конечно, тут поудобнее ходить. О, господи, не пугай, так я чуть не обделалась. Ладно, давайте хоть в обычном режиме посмотрим, как они дерутся. Вот, кстати, черная магия. Да там мы только что выучили фактически. Сумон, ну потом как-нибудь. Кьюрку. Так, а я могу, кстати, как-то подсказки вызывать? Подожди. А, во. Ага, открывает карту мира. А, это побег, видимо, да? Какой-то. Слышь? Рукал. Да? Ой, давайте кастанем, попробуем. Мне интересно. Рандомовский какой-то заклинаний. Давай, Телла. Гаси. Био. Валишься сразу же. Отлично. Я не буду пользоваться магией. Не-не-не-не, это непрактично. Хренак бил на 800. Это норма. Улыбки. Не, вот, кстати, вот этот вот рекал, он нам... Рекал. Он нам поможет во время битвы с бёсем. А, не, нифига не поможет. Мы же не можем, он же к магии. Имеет защитку. О, что я вижу? Так. Ха-ха, со спины. Простите, я кривляюсь, но, блин, ну это прикольно так. Это ускоренный звук. Я бы... Такие упоротые, я бы... Блин, утро понедельника, не хочу никуда вообще. Приятно, теперь бои так проходят быстро. Верка. О. Мы можем здесь отдохнуть. Так, у меня ощущение, что я что-то пропустила. Это магическое поле отпугивает монстров. Ты можешь сохраниться и использовать тент или коттедж прямо здесь. Давай... Используем мой тент для отдыха и приготовимся, в общем-то, к предстоящей битве. Ну, давайте. Эта девочка уже заснула. Она должна быть сильно измотана. Кто она? Сумонер из деревни Тумана. У нее огромный потенциал. С достойными, ну, с полноценными тренировками... Она станет мастером многих заклинаний. Посмотри на нее. Какое милое лицо. Она напоминает мне об Анне в ее годы. Кто такая Анна?
моя дочь. Она сбежала с Бардом из Дамкьяна, потому что я не одобрил их отношения. А у тебя какое дело в Дамкьяне? Мой друг страдает от песочной лихорадки. А, так ты идешь за песочной жемчужиной. Ее будет непросто получить. Скажи мне побольше о монстре, с которым нам предстоит столкнуться. Какое-то непонятное существо с 8 длинными тентаклями. Ну или щупальцами. Мы должны убить его и, в общем-то, пройти... Попадем в Дамкьян. Пока не стало слишком поздно. Слишком поздно для чего? Я не знаю. Я всего лишь молюсь, что мои инстинкты ошибаются. Че это там за инстинкты у тебя такие? Так, у меня почему-то такое ощущение, что я сзади что-то пропустила. По-моему, там можно было по воде еще пробежаться. Давайте проверим. Ен ту догадку. Бежим. Тара-та-тара-тара-тара-тара. Нет, по-моему, я ошиблась. Чуть никто не нападает, удивительно. Нет, вот эта дверь мне нужна. Как туда попасть? Так, подожди. Не туда? Кайн? Господи. Кекил. Я люблю кекилом называть, это забавно. Killfish. Та-та. Так, где спуск? Видимо, с другой... Слищ! Видимо, с другой, с какой-то стороны нужно обойти. Ладно. Сейчас разберемся. Странно, вот перед этим прохождением я вот эти места все обошла. Как бы у меня не было проблем с поисками. Кстати, сохраняешь. Давайте сделаем. То есть у меня как-то все так быстренько нашло. Сейчас я даже не могу вспомнить вообще, где я была и как я прошла туда или в другое место. Так, вот сейчас где-нибудь тут выползем. Ага, вот оно. Вот он, другой путь. Все нормально. Все нормально, я не тупая. Блин. Ну это всегда. Момент триумфа испорчен. Просто. Я немножко упорта, простите меня. 3 часа. Английский язык. Ночь на дворе. И я после суток без сна, поэтому... Так, подожди, что-то куда-то пошла, куда мне совсем не надо. Я хочу обратно. Подожди, где там сундучки-то? Сундучки. Умри. Сухопутная рыба. Что ты делаешь? Ты иди в свою воду обратно. Я вообще по суше хожу, что ты делаешь? Ну давай уже, господи. А. Да ладно. Песах. Так, я хочу вот так. Мне так удобнее. Так, ну-ка. О, да. Нет, ничего. Ничего было. У тебя что? О, давай мы тебе воткнем. Или не стоит. Ох, господи. Нет, нет, не буду я это делать. Да-да. Давайте огнем, хрен огнем по всем. Красивые здесь эффекты, офигенные просто. Но никто не сдох. Жалко. Пчелки. Мочи! Сесилу так больно. Он прям страдает, по нему видно, да? Старик с клюшкой. Тоже более интересно. Систи экспириенси. Да вашу Машу, вы что, фонаревшие, что ли? Давай уже, господи. Я тут с вами по-хорошему пытаюсь.
Клыкастая раковина. Надо же было так назвать. Functional. Все. Functional. Когтистая, точнее, даже раковина. Потому что фанк это... Хотя нет. Фанк это клык. Значит, клыкастая раковина. Офигеть! Секундочку. Эть. Вот не чтобы сразу туда пойти. Женщина. Здесь можно? Нельзя. Не надо. Кстати, мы давно не сохранялись. Направо. Нет, направо. 580, еще бисечка. Фрагмент бомбы. Я помню Final Fantasy 8. Фрагмент бомбы нужен был, чтобы сделать одно из видов оружия для Квестис. И не только для Квестис. А что здесь делает фрагмент бомбы, я не знаю. Может быть, нам его просто можно кидать, чтобы взорвать врагов. А может быть, он для чего-то пригодится. Так что я пока, наверное, его трогать не буду. Мало ли. Ловите. Тундру есть смысл? Ну, не тундру, а... Есть! Слушайте, на... я вот помню, да, вот на вот эти глазюки, на них хорошо молния действует. Как нестыганно. Свалил, короче. Ты сдохнешь или убежишь? Кикел, давай. Гаси. С парнем он бежит. Фонарил, что ли? Не успеешь даже убежать. Та-та-та-рам. Так, я хочу направо. На самом-то деле... Здесь нет никаких секретных проходов. Здесь надо смотреть, на самом деле, в оба. В финалочках очень частенько втыкают куда-то. Секретные проходики. Опа! Ач. Так, стоп. Я помню, на вот этих огонь хорошо всегда работал. Эти жижи вот это. До свидания. Тара-тара. Так, где тут проход-то мега? Пёрлись. Вот мы... Да твою дивизию, дай ты мне, боже мой, взять ты мою награду. Стоп, подожди. Ну ладно. Тебе давай дадим. Если в описании брони какой-то фигурирует слово силк, значит это точно для мага. О, отлично. Maiden Kiss. Так, я, по-моему, еще кучу всякого профукала, на самом деле. У меня почему-то такое ощущение. Я хочу туда. Прыгай, кикел. Как вы меня заколебали. А вскоре Риди своим посохом шатать будет. Такие вы надоедливые. Чё там домой, чё-то? Я хочу на Пагава. Не-не-не. Не-не-не. Так, бронзовая хреновина. Так, а у меня теперь вопрос дня. Хе-хе, ну здесь блок. А там у нас внизу еще был. Между прочим. Как туда попасть? И сейчас ли это будет? Крокодайла шатайте. Точнее, аллигатора. Так, господи, это всего лишь аллигатор. Всего лишь. Всего лишь аллигатор. Да.
Самое обидное, что если бы я играла на бандикаме, я не могу играть на нем в эту игру. Хотя надо попробовать, кстати. Может получится. Потому что как-то... У меня, я заметила, эмулятор всегда на бандикам как-то неадекватно реагирует. Они лагать начинают. То есть... Ой, не буду даже начинать. В общем, если бы был бандикам, я бы это на паузу все ставила. Но так хоть перебиваемся быстрыми этими... боями. Не, надеюсь, не успевают надоедать, хотя... Относительно, конечно. Давай. Я понимаю, что музыки практически не слышно из-за этого в боях, но... С другой стороны, музыку мы еще наслушаемся, когда мы будем драться с более... Слышь? Толковыми врагами, а не вот с этим вот. Поэтому я думаю, вы ничего не потеряете. Когда ты умрешь. О, замечательно. Да твою не видею вообще. Отстаньте, дайте пройти, господя. Че, больно так делаешь? А фонари чуть не зашатали. Давай как-нибудь вот так вот. И вот так вот. Мне вот интересно, здесь есть? Нет. Ну ладно. Наверное, вот за ту... Там сундук, помните, был напротив мостика разрушенного. Я не очень втыкаю, как его врать. Так, это ведет наружу. Монстр находится в пещере за... Используй тент снаружи, если тебе надо. На кой хрен я сейчас лечилась зельями? Объясните мне вообще. Будем... Ну давайте, ладно, господи. Чёрт. Чёрт. Будем делать вид, что мы не покупали двух зелий. Давайте на самом деле здесь и остановимся. В следующей серии пойдем шатать босса. Вот. Зашатаем и вернемся с жемчужиной, может быть. В общем-то, коррозии, вылечим ее. В общем, надеюсь, что эта серия такая походная вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. С вами была Seven. Всем удачи и пока-пока!